была утверждена проектно-сметная документация, которая получила положительное экспертное заключение. На основании этого было заключен договор, и мы уже приступили к работам по капитальному ремонту четвертого отделения. Почему начали с четвертого отделения? Потому что состояние церковного здания находится в неудовлетворительном состоянии. Исходя из этого, было принято решение, что в первую очередь приступить к четвертому отделению. Это даст возможность нам перевести из церковного помещения приемное отделение. Значит, на сегодняшний день, согласно графика выполнения работ и заключенного договора, план ввода в эксплуатацию четвертого отделения после завершения работ предусмотрена вторая половина 2019 года, и задекларированная и прошедшая закупку тендерные условия, общая сметная стоимость 19 200 000 гривен. Убраны, демонтированы все пристройки, которые там были, хозяйственные, нужные, ненужные и так дальше. Сегодня демонтированы все внутренние перегородки и все там коммуникации и так дальше. Сегодня демонтаж проходит, перекрытие между первым этажом подвальным помещением. Сегодня выполняются работы по очистке подвального помещения, и на поверку, как оказалось, мы зашли в здание, которое не были предусмотрены такой огромный объем работы, которое было засыпано, и мы не видели состояния ни фундаментов, ни и так дальше. Выполняются сегодня работы по усилению фундаментов, выполняются работы по усилению несущих стен. Предусмотрено в проектно-сметной документации в этом году еще сделать крышу, которая там будет шатрового типа. Вот, исходя из финансирования, которых выделены в пределах 5 миллионов на этот год, будут выполнены эти все работы, и подготовительные по внутренним работам предусмотрены.